27 врагов, но шестая рота победила. Практически весь личный состав роты погиб. В феврале далеком, и кому как выйдет, 19-й весны кто-то не увидит. Отступать назад в бою их не научили. Покурили, обнялись, Бога помолили. Жарко было небесам, места стало мало. Открывайте, ангелы, в небеса ворота. К вам с поклоном навсегда в храм шестая рота. Дрогнул враг, как по весне листья у березы. Книги кладут жизни за Россию. Которые, не жалея себя, отдали все свои силы в залог мира на земле ради нашей страны, для своей Родины. Дорогие друзья, уважаемые участники сегодняшней акции, действительно священной акции, проходящей по городам Ленинградской области. 20 лет как минуло с того страшного события, когда воины-десантники вступили в неравный бой с врагом, ценой собственной жизни, не пропустив его через рубежи обороны. Среди тех героев, которые когда-то с оружием в руках отстояли свободу и независимость нашей Родины. Подвиг героев никогда не имеет сроков. И в этом, наверное, наша память. Память о героизме и мужестве тех, кто остался верен воинскому долгу. Уважаемые вангородцы, дорогие наши родители погибших ребят. Здесь, в Вангороде, на братском захоронении упокоены два героя. Герои страны, герои нашего города. Сегодня, благодаря этой акции, благодаря тем мероприятиям, которые мы проводим здесь, в Вангороде, безусловно, мы еще раз подчеркиваем тот значимый вклад в нашу общую победу. Сегодня хочу обратиться к нашим ребятам, к нашей молодежи, чтобы вы знали о том подвиге, который совершили наши солдаты, чтобы вы знали о том, какова цена любой победы в любом конфликте. Захороненные 12 человек по Ленинградской области. Мы их чтим. Сегодня на этом мероприятии объединились, ну, наверное, и всегда шли рядом и в военных, и в мирной жизни. Союз десантников, Российский союз ветеранов Афганистана. Все мы прошли каждый свою школу. Но сегодня хочется сказать о другом. Мы представители разных городов, разных национальностей, но мы едины. И эти ребята, которые защищали нашу страну, они с честью выполнили свой долг. Они не посрамили ни свою родину, ни свой город, ни своих родителей. Мы семья военных. И, конечно, Володя стремился в армию. И не в какие-нибудь войска, а именно спецназ или десант. В другие, говорит, не пойду. Он писал хорошие письма домой. Всегда передавал приветы своим учителям. Он рос внимательным мальчишкой, да, может, никогда не обижал слабых, наоборот, за них заступался. Ненавидел ложь, ненавидел предательство. Да, шестую роту надо помнить этих ребят, которые отдали жизнь за то, чтобы жили мы. За то, чтобы не взрывались у нас в России дома,
метрополитены, чтобы мы жили, чтобы у нас, у всех у вас рождались внуки и правнуки, чтобы было голубое чистое небо над вашими головами. И хочу пожелать всем здоровья, здоровья, здоровья. Мы благодарны вам за то, что вы воспитали действительно настоящих патриотов, мужественных бойцов, которые выполнили свой долг. Низкий вам поклон и безмерная благодарность. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И всех вождей войск на поле брали свой живот за тысячу положили, и же простите всякого лишь больше невольно. Влюблялись и строили планы на будущее. О ребятах, которые просто не успели построить свой собственный дом и воспитать своих детей. О героях, которые до последнего отстаивали честь военной присяги и воинского долга. Такие истории дают нам право гордиться своей страной и равняться на героев нашего времени. Настоящих героев, которые живут среди нас. Четверо получили ранения различной степени тяжести. 22 десантникам было присвоено звание Героя России. 21 посмертно. 68 солдат и офицеров были награждены орденом мужества. 63 из них посмертно. Мы помним и чтим их подвиг. Вечная слава. Родина. Пламя ударило в небо. Ты помнишь, Родина? Тихо сказала бы, никто у тебя не выпрашивал, Родина. В память о погибших бойцах. Этот огонь, это частичка героев, которые родились в Ломоносовском районе. Привезли в Тихвинский район. Гвардейская, вашу честь, мужики.